Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Hungry Shark Evolution про нашу акулу. И осталось у нас тут, кстати, немножко ее улучшать, и у нас будет уже более акула больше. Так, смотрим. Плывем. Мне нужна срочно рыбка. Вот таких мальков мы сейчас кушаем. И отправимся в пучины, моря, пучины океана. Вот, сначала соберем здесь рыбок побольше. Где-то здесь были еще акулы. Крабики собираем. Хорошо, рыбок. Так, сколько у нас монеток? В принципе, мы хорошо собираем монетки. У нас 1000 монет. О, золотая монета. Срочно, нам нужна рыба. Рыба. Это рыба? Нет, не рыба это. Плывем быстрее, рыба. Чего остановилась? Давай плыви быстрее. Ускоряйся. О! Хорошо. Сколько у нас монеток? Птичек тоже скушаем сейчас. Скушали птичек. О, рыбок. Ставь рыбок. О, монетки. Монетки сами же, да, идут потом ко мне? О, вот этого. О, блин, смотри. Большой какой. Надо его съесть. Опа, есть. Наконец-то мы его съели. Это у нас постоянно есть и все. Летающая рыба. Как она взлетает, а? Сейчас опустимся вниз. Ниже. И здесь... Ой, акулы, смотри, они нас едят. Опа, у нас не хватает энергии. Рыбка, отдохни немножко, акула. Я ее, бывает, называю рыбкой, потому что она, акула наша, на самом деле, еще не совсем маленькая. Ой, взорвалась, смотри, сколько энергии у нее ушло, жизни. Так, давай крабиками сейчас подкрепимся, хорошо. Все, подкрепились крабиками, идем дальше. Вот эту надо съесть. Опа, хорошо. И где-то здесь еще были акулы. Давай еще ниже спустимся. Вот они, акулы. О, давай. О, нам срочно нужно их всех съесть. О, мы получим еще много денег. Вот тут еще крабики у нас сверху. Сейчас поплывем. Вот, с крабиков сидим. Хорошо. Вот еще и рыбок. О, смотри, какая рыбка красивая. А это что такое зеленое? О, гадость какая-то написана. Смотри, какие-то отходы. Да, это отходы. Бочка с отходами, фига. Наша акула прям... Ой, аккуратненько здесь жало у них. Ой, а смотрите, тунцы. О, нифига, я тут в первый раз, смотри. Нифига, тунцы какие, голод написано. Да куда ж голод, я таких больших, огромных рыбин съедаю. Ой, смотри, акула, ай, смотри. Нет, мы не можем, нет, нас убили. Офигеть, просто-напросто офигеть. И человек там был, нас немножечко задел и убил. Особенно вот эта большая акула-молот, да. А особые акулы, поздравляем, вы получили доступ к удивительной лаборатории профессора Кемпштайна. Я там уже был, там только за деньги можно что-то купить, так что мы туда не пойдем. Ну, смотри, размер у нас уже практически максимально большой. Мы можем здесь, смотри, увеличить укус. Да, подтвердить. Оплачиваем. У нас тут денег-то много. Мне надо ускорение еще добавить. Ускорение и скорость. Все, пока хватит. Все, играем дальше. А здесь, смотри, сколько всего есть. Лазер даже 75 тысяч стоит. У меня пока нет столько денег. 75 тысяч, нифига себе. Все, ладно, играем дальше. Угу. Сейчас посмотрим. Конечно же, будем увеличивать силу, энергию постепенно. Вот, мне вот эту вот энергию, которую, вот видишь, у нее кончается очень быстро. Я бы ее развил. Потому что не хватает нашей акуле скорости. Вот X2 написано. Что это значит X2? Мы собираем больше в два раза еды. Вот, смотри, летающая рыба. Она взлетает, но все равно падает вниз. Все, так, сейчас мы спустимся и посмотрим, что у нас здесь есть на глубинах. О, у нас акулы на глубинах есть. Вам не кажется, смотрите, что наша акула стала побольше? Мне кажется, она прям вообще большая стала. О, нифига, взорвала. И акуле ничего от этого не стало. Акула наша вообще большая становится. Вот, смотри, сколько рыбешки. А вот этих я не могу. Нет, пока их я не могу кушать. Они очень опасные. Ух ты! Ах ты, смотри, меня пускает, гад. Давай крабика пускай поедим. Вот как раз у нас золотая лихорадка. И мы добудем побольше монеток. Аккуратненько. Бомбочки, мины. Опа! Вот это вот меня гадина надо ее съесть. Вот, хорошо.
Здесь вообще опасно, здесь много очень мин с этой стороны. А, здесь, смотри, о, крабики, крабики бегают. Ух ты, мячик, смотри, мячик. Кто-то играет мячик. А, нет, смотри, вон золотой, золотой. Все, золото мы собрали. И сейчас поиграем мячик. Опа! Не знаю, это же у нас не дельфинчик, это у нас акула. Мы поэтому особо ничего не можем делать. Так, смотри, хоп, съели. Все, нечего плавать здесь, где акулы. Так, отправляемся дальше. Давайте поглубже. Спустимся. Что у нас здесь, интересно? О, нифига, Пизанская башня. Смотри, мы нашли Пизанскую башню. Интересно, интересно. Сейчас спустимся поглубже. Нифига, смотри. Ух ты, какой-то алмаз, бриллиант какой-то нашли. О, золотая лихорадка. Быстрее собираем. Черепаха вообще какая-то бешеная. Я не могу ее догнать постоянно. О, акула. Ой, надо убегать от нее. Это опасная акула. Она нас убила. Все. Она нас убила, поэтому нам нужно вообще увеличивать энергию. Жизнь. А, ну посмотрим. Сейчас посмотрим. Укус, ускорение. А где же у нас жизнь? Можно ли выбрать, допустим, укус? Мы увеличим. Да, укус. Увеличим на максимум. Сколько у нас еще денег? Денег-то много у нас. Поэтому укус мы можем полностью развить. Отлично. И скорость. Тоже скорость мы увеличим по максимуму. Все, кончились деньги. Да, все. Ну и ускорение увеличим один раз. И все, и пойдем дальше играть. Рыбка у нас вообще стала мощная. Противоядие можно, защита от яда купить. Скейтборд, салют. Это пока ничего не надо, мы играем дальше. Сейчас посмотрим. А ну, нифига. Опа, сейчас посмотрим. Где-то здесь есть сундук. Но сундук, кажется, сейчас он неактивный. Надо через сколько там времени? Через 12 часов только написали, что будет опять открыт сундук. Ладно, мы золото добудем из рыб. Да, так получается, мы ловим рыбок, и нам за это потом еще дают золото. Да, ускорение у нас вообще слабое. Не знаю, мы прокачали много чего интересного в акуле, но пока она все равно медленная. Так, убираем. Вот, смотри, красные рыбки. Вот, их надо побольше дать. Интересно, тут люди ходят вечером. Ой, видишь, но я не могу дальше пройти. Хотя энергии много. Все, идем дальше. Смотри, сейчас он пойдет сюда, и мы его споймаем. А, нет. Он решил как-то не идти. Хорошо. Сейчас подкрепимся рыбкой. А, вот эти опасные с шипами. Мы их не будем кушать. Ой, а, видишь, яд. Видишь, уколола она нас шипами. А вот акула, да, это акула. А вот, смотри, золотая есть. Этих я не могу пока есть, или могу? Шипами. Нет, не могу, извините. Я пойду дальше плавать. Ой, мина, аккуратненько проплываем. Крабика сейчас съедим. Ой, мина, аккуратно. Вот, подожди, краб, куда ты идешь? А, вот тебя тоже сейчас съем, подожди. Нет, смотри, это морской котик. Вон, что, он какой-то жирный. Большой, ну нифига, я первый раз такой вижу, что морские котики охотились на акулу. Ох ты, все, этот взрыв был для меня фатальный. Все, наша акула умерла. Но мы добыли 63 монетки, тоже, в принципе, совсем неплохо. Совсем неплохо, поэтому дальше отправляемся, мы... да, играем дальше, угу. Монет вообще мало, как я тогда монет много заработал? 1000 всего... 1000. Две игры я поснимал. 1000 монет я заработал. Наверное, я играл, знаете, что? Я, наверное, потому что нашел сундук с деньгами. А он мне дал, наверное, монет 500, как минимум. О, черепаха. Черепаха. Сейчас мы тебя догоним. Монеток много получили. Хотя, в принципе, 179 монет, это не слишком много. Этих я пока не могу кушать. Сейчас, вот. Касатку. Ой, касатку. Эту, морского котика. Вот, ну что, морской котик. Хоп. Съели. Так, я тебя не буду есть. И не хотелось тебе есть. Ага, а тут вот. О, такой. Нет, я не успел. Я не могу дотянуться к тебе. Алло. А, нет, все, убежала. Ладно, спускаемся вниз. Мне нужно срочно что-то покушать. Рыбок каких-нибудь маленьких или больших. А давай спустимся, знаешь, куда? Опа.
Опа, нифига, тут все опасно как. Здесь нужно аккуратненько. Опа, взорвались. Да, жизни было мало, и поэтому акула наша не выдержала этого удара. Все, она погибла. Да. Нужно раскачивать, увеличивать силу у нашей акулы, поэтому мы это будем делать. Ну, конечно же, в следующий раз. Спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Всем пока-пока. Пока.